Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео мы поговорим с вами про топ-10 пасхалочек, которые были найдены в Brawl Stars. Причем все они пришли к нам из последних обновлений. И первое, с чего начнем, это пасхалочка на нового бойца, Мистер Пи. Если вы были внимательны и вглядывались в его атаку, то могли заметить, что когда он кидает свой чемодан, из него вылетает не что иное, как носки. Причем не просто носки, а носки с изображением Спайка. И это первая пасхалочка, которая открывает сегодняшний ролик. Вторую пасхалочку можно обнаружить на картах нового режима «Горячая зона». И сейчас смотрите в нижний левый угол, где была циферка 2. Если вы приглядитесь, то увидите такой баннер, который постоянно крутится, и на этом баннере изображены два новых бравлера. Это Эмс и это Макс. Они меняются и чередуются друг с другом. А теперь, если поднимемся глазами немножко выше, то увидим статую большого-большого рикошета. Вот сейчас прям подсвечу, чтобы 100% вы ее разглядели. Рикошет очень большой, и когда будете пробегать по этой карте, обратите внимание на эту статую. Она реально очень прикольная, причем еще и шевелится. Создается ощущение, что как будто рикошет следит за вами на протяжении всего боя, но на самом деле он тут не один. Если присмотреться, то четвертая пасхалочка находится прям вот рядышком с рикошетом, и это маленький плюшевый Спайк. Опять-таки тоже подсвечу сейчас, чтобы вы точно это увидели и заметили. Он буквально вот в ногах сидит у рикошета, и, кстати говоря, возможно, вы обратили внимание, что очень много отсылок на Спайка вообще вот в последних обновлениях. И следующая пасхалочка под номером 5 тоже будет касаться Спайка. Это препятствия, которые стоят на карте горячей зоны нового режима, тоже в виде Спайка, в виде кактуса. Теперь перемещаем взгляд на правую сторону в карте режима «Горячая зона» и смотрим на игровые автоматы. Если приглядеться, то на самом нижнем из них нарисован Эль Прима. Отсылка как раз на этого бравлера. А теперь уйдем в верхний левый угол и посмотрим на баннер с изображением Кольта. Там прям так и написано «Кольт Кранч», а «Кранч» переводится на русский язык как «хрумкать», «хрустеть». В общем, Кольт там что-то кушает, судя по всему. Причем кушает он не только в этом углу карты, но еще и в противоположном углу, в нижнем правом. Там тоже вылезает кусочек баннера, где написано «Кольт Кранч», но само изображение нам не видно. Но мы с вами уже знаем, что там должно быть. А если теперь вернуться в верхнюю часть карты и посмотреть на верхний правый угол, то можно увидеть, что там стоит автомат с баллончиками Эмс. Опять-таки Эмс, да, вы помните, что внизу слева у нас тоже есть баннер, где изображена Эмс и Макс, и тут тоже есть отсылка и на Эмс, и на Макса, потому что сам вот этот автомат с баллончиками выполнен в стиле Макса. А следующая, уже девятая пасхалочка, относится к картам с кораблем. Если вы посмотрите наверх, то увидите, что у штурвала сидит Дэрил, причем он не просто там сидит, а он там спит. И самое интересное, что если вы будете играть на этой карте и в команде вашей или у соперника будет Дэрил, то его здесь не будет, здесь будет пустое место. А вот если Дэрила в команде нет, тогда он будет здесь спокойненько отдыхать. Ну и последняя, десятая пасхалочка связана с лунным Новым годом. Наверняка при входе в игру на главном экране вы видели огромное количество мышек на заднем фоне. Вот сейчас я их подсветила. Что это за мышки и почему они вообще в игре? На самом деле все очень просто. Если вы нажмете на любой новогодний скин для лунного Нового года и посмотрите в левый нижний угол, то увидите там точно такой же значок мышки. Все дело в том, что он является символом лунного года. Ведь, как вы знаете, а может быть и нет, 2020 год проходит под знаком крысы, поэтому именно крыску вы тут и видите. Ну что ж, надеюсь, этот ролик вам понравился. Если так, то ставьте лайк, напишите в комментариях, какие еще пасхалки вы замечали в последнем обновлении, и вполне возможно, что именно ваш комментарий отправится в следующий ролик. Ну а я желаю вам удачи, пока-пока!